передача. Вот. Стартует она 13 ноября, эта передача, в 18:30 на канале... Да подожди, блядь, я выучил все, на каком канале, хули ты мне подсказываешь, блядь? Называется «Сверхъестественный отбор». Я Пахом и «Сверхъестественный отбор». Запомнил? Запомнил. А Папич там будет? Кого? А, ну я не знаю, но все там будем. Все мы там будем. Давай, ладно, бросаю давай трубку. Еще. И, че бросаю труп? Че бросаю труп? Че бросаю труп? Ладно, бросай. А, сейчас будем передавать курлыки зрителям. Первый курлык для Эри Коу. Передаем курлык Владу. Добра, так далее, всего прочего. Сейчас будем кушать, 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 а не есть. Передаем привет, курлык Жорик, переведи 100 рублей, бля, я тебе буду отжиматься всю жизнь, пока ты не сдохнешь. Так, тебе привет от курлыка. Киберспортик, привет, я твой фанат. Я, и курлык тебе. Курлык, 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 курлык. Можете звонить прямо сейчас, можете звонить прямо сейчас. Можете звонить прямо сейчас. Мы готовы принимать звонки от кого угодно. Можете звонить прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, 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 сейчас. Передаем привет папочке, ой, бабичу, ой, папичу, ой, бабочке, ой, папичу. Эй, эй, папич, бабич, привет, папич, бабич, привет. Алло, добрый вечер. Здорово, какой? Здорово. Блин, как так, меня задолбали нету, все нету эти, да. Камеры, вот эти но вот. Я думаю, мы сейчас сможем с вами наладить контакт, да, через космос. Да, конечно, мы уже наладили. Я тебе вот хочу сказать, да. Меня задолбали эти, как они, ну... Кто-то меня, в общем, задолбал. Я тебе покушаю. В целом. Вот. Потому что сейчас патологическая известность у меня началась, понимаешь? Все пристают с утра до вечера. Я не могу спокойно выгулять свою японскую собачку уже. Понимаешь, в чем дело? Так вот. Это же неплохо. Да, в остальном все более-менее, как бы, я остался при своих принципах, блядь, радикальный, блядь, панк-рок, радикальный, понимаешь, в чем дело? Ага. Ну, я вот. Тебе покушаю. Ну, у вас, я вот заметил, у вас да. Шикарная прическа сегодня. Америка, на трансляции. Все с Америки. Телефон американский, прическа, ботинки. Red Wings, $500. Red Wings, $500. iPhone 8, это $1000. И прическа. Ага. Все из Америки. Я поэтому говорю, Америка, будь ты проклята. Вот в чем дело. Понимаешь? Потому что... флаг Обама. Флаг Обама. Флаг да, да. Ну, надоели. Ну, клоуны, что они хотят, понимаешь? Да, у меня вот А у меня вот есть еще личный вопрос. Да, слушайте, я не знаю, да. Если хотите, не отвечайте на него. Вот я вот Вот вас уважаю как человека и да. Как, в первую очередь, шоумена. Так. И вот была такая передача, в которой вы участвовали, «Битва экстрасенсов». Была. Называлась. Да. Вот меня, вот буквально, вот сколько эта передача существует, всегда меня интересовало, это правда то, что там происходит, да, или это ложь? Да, вот смотри, Артурчик, правильно? Да, да, да. Артурчик, дорогой, вот смотри, сейчас вот будет передача «Сверхъестественный отбор». Она буквально стартует 13 ноября. Вот. Стартует она 13 ноября, передача. Вот. Стартует она 13 ноября, эта передача, в 18:30 на канале... Да подожди, блядь, я выучил все, на каком канале, хули ты мне подсказываешь, блядь? Да в натуре, режиссер, да. Помолчи, пожалуйста. Ужас какой-то, не дает мне разговаривать, блядь. У нас тема актуальная. Так вот, значит, да. Смотри... Стартует передача «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3, 18:30 будет эфир, 13 числа. Там я уже как ведущий вот этой экстрасенсорной вещи. Но я тебе скажу честно, вот в «Битве экстрасенсов» вот все, что я делал, это, конечно, было полностью мое погружение. Вот я, ну стал экстрасенсом, понимаешь, благодаря этой передаче. Потому что я не жалел живота своего. И именно поэтому такой убедительный был результат, понимаешь. Такая сразу вселенская слава. Потому что если бы я был бы жуликом и как бы не верил в то, что происходит, конечно, ничего бы хорошего не получилось. Вот в чем дело.
Слушай, мне тут подсказывает этот Пуляка, что это, надо это режиссер, прощаться, да. Он какой-то глупенький, да. Мне кажется, он вот надоел уже. Надоел, конечно, да. В общем, Пахом, рад был с вами пообщаться. Взаимно. Рад был знакомством. Всем привет еще раз. Всем привет, как дела? Как а дела? Почему всем именно привет? Я дозвонился? Алло, я чисто случайно набрал. Ну, магия, как обычно, магия, мистика. Потому что 13 ноября на канале ТВ-3 стартует магическая передача «Сверхъестественный отбор», который я веду. Поэтому сейчас все проникнуто и пропитано магией, экстрасенсорикой, кылды-былды и все такое. Почему на ТВ-3, а не Дробь-4? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Есть, существует сакральная цифра 7, которую делим пополам, получается 3,5, 3,5. Пятерки иссушаются, остается трешка. Трешка, введенная в круг, это органика, потому что форма круга – это единственная геометрическая форма, которая доступна нам в органической природе. Это и человеческий глаз, это и планеты на планетарном небе и так далее. А геометрически прямые формы, правильный квадрат или треугольник, отсутствуют в нашем масштабе восприятия органической природы. Они только встречаются, если мы возьмем микроскоп и посмотрим на всевозможные кристаллы или всевозможные там разные хуйню. Пахом, как сдать сессию? Чего? Как сдать сессию? Да никак, забей вообще. Хватит уже... присмыкаться перед сессией, перед этой... Иди деньги зарабатывай, в конце концов. Крути-верти, бизнес твое призвание, я тебе говорю. Хоть тебя не видно, у тебя вот камеры нет, я понимаю, что тебе надо заняться бизнесом, приобресть камеру. Вот, а и смотри, вот мне подсказывает менеджер наш, у меня здесь 48 менеджеров, смотри программу «Сверхъестественный отбор», там ты дойдешь ответы на все свои вопросы. Ну как, нормально? А когда передача-то? А? Чего, когда? Когда передача? Передача 13-го, ёпта, ноября, 18:30, на канале ТВ-3. Называется «Сверхъестественный отбор». Я Пахом и «Сверхъестественный отбор». Запомнил? Запомнил. А Папич там будет? Кого? А, ну я не знаю, но все там будем. Все мы там будем. Давай, ладно, давай еще. Чё бросаю труп? Чё бросаю труп? Чё бросаю труп? Ладно, бросай. Ну? Бросает он трубку. Хуй себе брось, блядь, в трубку. Курлы, курлы. Курлы. О, слава богу. Алло. Алло. Хороший голос у тебя. Алло. Опа, четкий. Спасибо. Четкий. А кто это? Да хер в пальто, блядь. Какая тебе разница? Так, я не понял. А я тоже не понял. Славкани, ой. Да, да, ой, ой, хуёй. А чё у тебя за телефон? У меня такой вопрос. Всё фирменное. То есть? Ты ничего не понял. Айфон 10 откуда взял? Высрал. Ну, чё, блядь, убрали собеседника? О, давай, собеседник. Пахом, привет. Здорово. Привет, Пахом. Хочу поблагодарить тебя за творчество, во-первых. Спасибо, сразу. Дорогой. Спасибо, дружище. Спасибо. Сейчас только недоброжелатели у меня. Вот хорошо. Один вопрос. Да. Вопрос. Один хорек напрягся, говорит, как? Откуда у тебя телефон X, блядь? Да ебаный X100, блядь. Мне 51 год, блядь. Я зарабатываю все-таки иногда. Раз в год, блядь, могу себе позволить это 10-й iPhone купить. Да. Бросился, Пахом, прикинь. Да, сволочи, блядь, это заговор. Жидомасоны. Да. Как относишься к киберспорту и так. Киберспортсменам? Это прекрасная вещь, прекрасная. Я вообще, кстати, считаю, что людям скоро надо отрубать руки, головы, ноги, оставить только нос, понимаешь? Только нос. И все. Да, чтобы нюхать. Не, чтобы вообще ничего просто. Где Версус-то мой? Куда вы его убили мне, Версуса? Я только уже хотел сейчас Версус сделать. Гуся верните мне, блин. Чё делают вообще? Я всем руки пообрывал бы, блядь, в жопу засунул. Вот. Нам Версус не дают, блядь, делать. Давай, ты за кого будешь? За Гнойного Версус? Я ему скажу, блядь, Гнойный это откуда пошло, блядь? От пидор Гнойный пошло, вот так, блядь. Гнойный, Гнойный, это пидор Гнойный, блядь, вот так вот. Гнойный пидор, блядь, пидор Гнойный, блядь, вот так вот. Это так вот пошло оттуда, блядь. Алло. Ну как тебе Версус? А, мы с тобой Версус-то делаем или нет уже?
Нет, 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 вернусь не со мной. Приветствую, приветствую тебя, мой дорогой. Привет, 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 взаимно. Привет, привет. Рот, слушай, рот, у меня такой кровавый апперкот. Да, слушай, да. У меня серьезный вопрос, да. Серьезный вопрос. Обожаю серьезные вопросы. Да, очень серьезный вопрос. Когда ты станешь президентом, так, разрешишь ли ты проводить гей-парады в Москве? Конечно. Потому что я являюсь на Твиче официальным представителем гей-сообщества этого ресурса. Конечно. Только я хочу, чтобы эти парады были вооруженных геев, боевых, понимаешь? Я сейчас интересуюсь, какой гей-культурой, блин. Это кунг-фуисты геи, каратисты геи и геи-фигуристы. Почему фигуристы? Потому что действительно снимаешь конек и перерезаешь горло гетеросексуалом, понимаешь? Но я сейчас становлюсь президентом, и действительно, чтобы не было этого разобщения, город геев, город, как говорится, геев женского пола, город, как говорится, гомофобов, блин, чтобы спокойно можно было всех вызвать на бой и, как говорится, зарубить коньками. Вот такая тема. Слушай, нам очень нравится твоя инициатива, да, очень нравится твоя идея. Конечно. Кобр. У нас есть такой здесь голубой отряд быстрого реагирования. Да, боевое, боевые геи, самое лучшее. Отряд боевых пидорасов. Конечно, боевые пидорасы. Мы за тебя это самое, это в русской традиции, это очень хорошо, кулачные бои, понимаешь? Потому что надо гетеросексуалов учить, понимаешь? По сусалам дал, вдолбил коленой, дал, понимаешь? Ты ж гей, ты человек, да, понимаешь? Но да, боевой, да, да, боевой, вот так. А так всем от меня геям передай привет. Вот. Мы тоже часто устраиваем кулачные бои, правильно, называются, ну, фистинг. Потому что добро фистинг должно быть с кулаками, понимаешь? Это кто? Алло, привет! Здорово. Это Джексон. Здорово, Джексон. Здорово. Слушай, смотрю твой стрим сейчас, пару вопросов тебе. Давай, есть. Давай, только без этой, без подъебок. А, нет, наоборот, с подъебкой, да, давай. Не, не. Давай, давай. Не, все нормально. Во-первых, у меня к тебе первый вопрос. Так. Вопрос состоит в том... Расскажи мне, пожалуйста, почему, с чего началось зеленый слоник? С чего у тебя вот в голове выработалось зеленый слоник? Не, смотри, во-первых, у меня головы нет, понимаешь? Я голосую за Навального с утра до вечера, и голова моя, Навальный, как говорится, да, провалилась уже куда-то. Вот. А зеленый слоник — это мой двойник сделал, понимаешь? Там же жрут говно, понимаешь, там совершают какие-то неприятные вещи с трупами, какой-то анальный секс. Это все мои двойники делали. Я ж Кири. Кири-кири.